Женщины на портретах самые разные, полные жизни, грусти и тайны. Объединяет эти картины одно – полное любопытство, взгляд художника, его желание разгадать, понять, почувствовать. Взгляд мастеров сконцентрирован на единственном объекте изучения – женщине. Ее красота на протяжении всей человеческой истории является одним из самых сильных источников вдохновения для людей. Выставка понравилась, есть много интересных работ, но вот Наталья Кожикарь, меня зацепило. Вот женские образы очень интересно сделаны. Они стилизованы, ну и очень грамотно и профессионально они выполнены. Олицетворяет мир, рождение, новое рождение человечества, умиротворение, любовь и гармония. Художницы в основном многодетные мамы. В экспозиции художественной галереи «Комрад» работы представили 10 мастеров кисти. 47 шедевров раскрывают истинную красоту женщины всего мира. Показаны представители прекрасной половины человечества разных национальностей. Через женские образы я показываю внутреннее какое-то свое состояние. Ну, в принципе, как и любой художник, за основу своих идей или сюжетов выбирает какой-то один образ. У кого-то это могут быть птицы, у кого-то могут быть какие-то предметы через натюрморт, через пейзаж. В данном случае я через женскую фигуру. Главное это увидеть, а это случается вообще в любой повседневной жизни. Может быть в транспорте, на родительском собрании, может просто на улице или в каком-то магазине. А может быть это мои знакомые, которые вдохновляют меня. Девушка, которая создает мир, творит, это та гармония в душе, это такая милая улыбка, и это женственность, это нежность. Трое дебютанток отметило Управление культуры Гагаузии, сказав, что награда – это стимул и муза для дальнейшего написания картин. Поощрены были и опытные мастера кисти. Работы выполнены в живописи, графике и в технике «Холодный батик». Я просто восхищена. Я хочу сказать, что это не просто художницы, это еще и многодетные мамы, которые нашли время, возможность творить, ведь это не просто выставка, это часть вашей души, это ваши мысли, это ваш диалог с природой. Экспозицию в картинной галерее столицы Гагаузии может увидеть и оценить каждый житель и гость автономии. Анна Алтыева, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости.